Дорогие друзья, жизнь вносит коррективы в мою судьбу, пытаясь без года 10 лет стереть и раздавить меня нищетой, болезнями и прочими радостями. В понедельник очень сильно заболела моя мама. Температура 38-39 плюс артериальное давление скачет в течение суток от 190 до 70, опускаясь до критических значений 100 на 50. В четверг вечером был терапевт, велел явиться утром в пятницу на прием для прохождения специалистов, сдачи необходимых анализов. Утром мы смогли только одеться, ноги трясутся под градом. До больницы бы мы дойти не смогли. На такси денег нет, на еду денег нет. В соседнем магазине сказали, что больше в долг дать продукты не смогут. Как говорится, беда одна не приходит. В пятницу вечером слег и я. Сейчас температура 39. С понедельника меня начал атаковать банк. Я вышел на просрочку выплаты кредита. И с этого понедельника мне отключат все операции на карте. Далее в моей жизни начнется настоящий кошмар. Новый компьютер, который уже не считается новым, быстро я продать не смогу. YouTube монетизация $78. $15 я заработал за месяц. Деньги эти переводят только тогда, когда наберется $100. Так как моя аудитория, большая часть проживает в России, то, соответственно, 60% просмотров не монетизируются. В общем, я тоже на 60% под санкциями. Интернет оплачен до 25 числа, после отключат. В общем, ребята, без помощи мне конец. Самое ужасное – это понимать, что я не в состоянии сделать все для своей мамы, находясь рядом. Не то, что лекарство купить, довести до поликлиники не могу. Не знаю, что я буду делать дальше, я ни черта не соображу. Сегодня я умоляю вас, друзья, о помощи. Занять мне негде. Если у кого есть возможность, хоть 5 рублей, хоть 50 центов, на PayPal, через сайт Donation Alert, пожалуйста, помогите, ребята. Без помощи мне конец. Нужна сумма $200. Это чтобы разобраться с банком, отвезти маму на прием, купить что-нибудь из продуктов. Благодарю, ребята, всех, кто мне помогал, помогает. В общем, описал я свое критическое положение. До 25 числа буду делать, что смогу. Не знаю, что будет завтра. Надеюсь на ваше понимание и, возможно, помощь. Буду благодарен. Я сам весь разваливаюсь. 1.5 суток вообще встать не мог. В понедельник постараюсь выложить новое видео. Не успел смонтировать. Заболел. Какой-то действительно переломный момент наступил. Благодарю за внимание, друзья.